Один из самых известных историков, британец Нил Фергюсон, сегодня в Украине. Он выступил перед участниками форума стипендиальных программ «Завтра.UA» и «Всемирных студий», которые организовал фонд Виктора Пинчука. За годы работы этих программ 2500 студентов из Украины получили финансовую поддержку для продолжения образования. Более 100 человек – возможность учиться в лучших университетах мира. В этом году еще 100 украинцев получат стипендии, а 6 счастливчиков – гранты на оплату магистерского обучения за границей. Друзья Украины говорят, самое главное, что у вас есть, это молодое поколение, я в это верю, все зависит от вас. Вы, конечно, должны прислушиваться ко взрослым, вот. Не ко всем, но к лучшим. Вот некоторых лучших мы для вас сегодня пригласили, чтобы они вам какие-то пожелания сказали, напутствия. Украина унаследовала от своего советского прошлого очень высокие стандарты образования. У вас огромный человеческий капитал. Но главная проблема, когда яркие, талантливые молодые украинцы, как те, которых награждали сегодня, уезжают за границу и остаются там. Поэтому главный вызов для страны – создать такие экономические возможности, чтобы талантливая молодежь видела свое будущее в Украине, а не в Штатах или Британии. Рост экономики – это то, что удержит людей здесь.